Привет, если ты смотришь это видео, значит, ты поскорее хочешь научиться играть песню. Снова я напиваюсь на гитаре, и знаешь что? Я тебе в этом помогу. Посмотри это видео до конца, и за 3 минуты я тебя научу играть эту песню быстро, легко и, главное, без баре. Поехали! Итак, лично я играл песню с Каподастром на 3-м ладу. Буду показывать без него, может, у кого-то его нет. Значит, вся песня играется на 3 аккордах. Первый – ЕМ, второй – С, третий – H7. Вот, в этой последовательности играем всю песню. Что касается правой руки, то в куплете мы играем перебором. Значит, какой перебор я играл? Бас, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Я не знаю, как он называется, вот такой перебор я играл. Но, смотрите, вот этот перебор, половинку перебора мы играем на ЕМ. Вот так, да? Половинку перебора мы играем на С. Бас, третья, вторая, третья, вот. А на H7 играем полноценный перебор. Вот так. Давайте споем. А ты считаешь деньги в моем кошельке, и ты любишь только деньгами, я не совсем. Вот, ребят. На первый аккорд. Бас, три, два, три. Дальше бас, 3, 2, 3, и дальше полный переборчик. И так целый куплет играем. Ну и припев мы играем бочкой. Снова я напиваюсь, снова говорю пока, мы несовместимы, у меня пустой карман. Значит, как играем бочку? Зажимаем аккорд ЕМ и играем удар и вместе с пальцами по струнам. Вот такое движение, да? Сыграли, бам, да? Снова я напиваюсь, спели. И дальше те же аккорды в те же последовательности. Вот так, аккорд С и аккорд H7. Снова я напиваюсь, снова говорю пока. То есть, мы сыграли бам на аккорде ЕМ. На аккорде С мы играем тоже бам, только после бам будет приглушечка и вниз-вверх. Вот так. И на аккорде H7 точно так же. Бам, приглушечка, вниз-вверх. А теперь давайте вместе. Снова я напиваюсь, снова говорю пока. Вот так. Значит, вы учите сначала медленно, а потом ускоряете. Еще раз. Снова я напиваюсь, снова говорю пока. Мы не сами. А дальше, ну, мы только сначала сделали вот это, паузу, да? Снова я напиваюсь. А дальше на аккорде ЕМ мы играем вот обычную классическую бочку, да? Бам-чик, бам-бам-чик. Вот так. Бам-чик, бам-бам-чик. А дальше все то же самое, да? Чик, бам-бам-чик, вниз-вверх. Бам-чик, вниз-вверх. Бам-чик, вниз-вверх. Вот так. Значит, давайте споем припев. Снова я напиваюсь, снова говорю пока, мы несовместимы, у меня пустой карман. Снова я напиваюсь, снова говорю пока, мы с тобой не будем никогда, никогда, никогда. Ну, как-то так, короче. Попробуйте сыграть вот медленно, не спеша, потом по чуть-чуть ускоряйте, и все у вас обязательно получится. Ну что, на этом все. Надеюсь, тебе понравился разбор, ты мне поставишь лайк и напишешь пару слов в комментариях. Ну и, конечно же, подписывайся на канал, это совершенно бесплатно. Всем удачи, всем пока!